Всем привет, меня зовут Ваня, вы находитесь на канале NMList, вторая часть Hogwarts Legacy, и сейчас обо всем по порядку. Сейчас я отошлю уведомление, все как всегда. Есть что рассказать с прошлой части. Есть вторая часть. Ага, хорошо. Оп-оп. Сейчас все будет. И в Дискорд уведомления. Почему-то игра сегодня у меня решила не захватываться через захват экрана. Так, я видел пропуски. Если они будут продолжаться, я буду менять битрейт. Тридцать одна тысяча битрейта. Сейчас я все расскажу. По идее, у нас все готово. Заходи. Я хотел еще только проверить бота. Пример ВК. На этот бот должен был нарубиться. Ну да ладно, хорошо. Все. Стартуем. А, да, все, Найтбот работает. Сейчас я выведу себе чат. Буду следить за битрейтом сейчас первое время, потому что... Так вот в это время у меня начинается пиздец. Так, все, вернуться чат. Здесь пауза. Все. Четко. А с чего бы начать? Начну с того, что я после стрима зашел в игру и начал гуглить, крутить настройки, гуглить, что, кто, что, куда. Потом нашел мод, искал его час. В итоге нашел. Бегал, тестил по городу. Собрал за это время всего 5 где-то страничек и там, может, один сундучок маленький. Там не выпали, кстати, перчатки. Вот эти, походу. Ну да. Сейчас снял видео, смонтировал, сделал превью, сделал описание и выложил. И лег я сегодня в час, проснулся в... Я понял, сейчас... Thank you.
перезапуск с 18 тысячами. Надеюсь, будет все ровненько. Блин, вот все заебись, все сделал. Ну, только интернет никак пока не побороть. Кабель новый я заказал, но еще пока не пришел. Ну, может, в дело в нем реально, и я дурак, нахуй. Ну, это очень вряд ли. Немножко такой у нас лайф начало, да? Я помню, в прошлой части мы с троллем, да, были, подслушали разговор, да? И что-то там про тайную комнату мы говорили с учителем, который у нас был в начале. Имена я все позабывал, отвечаю, я говорю, 4 часа поспал, по сути. Проснулся в 5, лег в час. Такие дела. Сейчас бы мне еще жижи, и было бы вообще улет. Ну, ладно. Не будем начало затягивать. То есть, по сути, то есть я ничего не делал, никаких квестов, ничего. Видео, кстати, на канале уже лежит. Как настроить, что я делал. И что и как. Сейчас захват идет через захват экрана. По идее, большая производительность будет достигнута, если... стримить через захват игры, но что-то вот сегодня не пошло. Вчера все захватывалось, заебись, блядь, 100 раз подряд, как только не захватывалось. Но сейчас что-то не очень. Не очень захватывается. У меня включен сейчас Riva Tuner. Буду иногда туда подсматривать. Вебку передвинул наверх, чтобы не закрывать никакие интерфейсы. Ну и продолжаем. Где у нас мышка? Давайте я покажу последний раз, да, на сегодня, 02 здесь. Какие у меня настройки сейчас стоят. Может быть, потом я некоторые чуть скину вниз. Но игра сейчас стала гораздо лучше себя вести. Так. Николай пока не заходит, но... будем надеяться, что зайдет. Я ему черкану. Угу, все. И мы сейчас в главном зале Хогвартса, получается. Я хотел показать вам его, поэтому я обратно и не отправлялся никуда. Да, поэтому я никуда и не отправлялся. Осталось максимально быстро запустить. Вот так он выглядит. И забрал вот этот. Я всегда говорила, что путешествия расширяют сознание. Для себя чуть потише сделаю. Открыл вот этот, как сказать, точку перемещения, правильно, да, огонек зеленый. Немножко приблатыкался к игре. То есть я уже могу, в принципе, нормально двигаться. В чем прикол? 120 FPS тут. То есть лимит. Ты понимаешь, да, что значит нормальная настройка? Что такое моды, блядь? Ну, то есть я не шучу. А, ну вот сейчас была просадка. Ну, если бегаешь 120. Ну, типа, затестим Хогвартс. Я не бегал там особо, я бегал в городе. А, давайте через карту переместимся. Нам надо... Инсендио, да? У нас награда будет. Посмотрим именно как задание. Не точка на карте. Это доп. Квесты. А вот... давай вот этот отслеживать. Местоположение на карте.
Не вижу. Только что же было. Так, во, появилось. А, ну, есть у нас точка перемещения. Давайте на вот эту. А давайте в класс. Мы как раз оттуда и закончили. То есть, реально, я на сюжет никак не повлиял. Я пару страничек забрал. Я просто не хочу отбрасывать сохранение назад. Нам вниз. Вы так. И представить себе не можете, как неудобно было путешествовать, пока я не изобрела летучий порох. Подсказывай. Очень странно, почему реально игра не захватывается. Да, 18 тысяч битрейта, но это уже хоть что-то. Не захватывается через захват игры. Пойди прочь. Если бы я мог вернуть, я бы так... Будем надеяться, что игра не будет вылетать, потому что она это любит. Профессор... Что ж, думаю, нам с вами есть что обсудить. Я думаю, да, но нам бы сбросить немножко звука, потому что что-то я переборщил. На один пунктик, да? Ага. Профессор, вы собирались научить меня новому заклинанию? Хорошо. Профессор Фиг намекнул, что с изучением защитных заклинаний вам лучше поспешить. Поэтому да. Я обучу вас поджигающему заклятию Инсендио. С его помощью можно зажечь факел, избавиться от паутины. Или защититься от тех, кто захочет причинить вам вред. Смотри на ФПС. Весьма практично. И какой графон. Весьма. Но прежде чем мы начнем, я попрошу вас выполнить несколько заданий. Давай. Некоторые из них вас удивят. Ученики часто полагают, будто их преподаватели ничего не знают. Когда закончите, подойдите ко мне, и мы начнем разучивать Инсендио. Какие-то мини-задания получаются? Когда сейчас закончите, вы знаете, где меня найти. Не заблужусь. Еще помню... Похоже, секретный клуб скрещенной палочки не такой уж и секретный. Походу, да. А, протега, я помню, ставил. Протего! Да, на мышку. А, давай спустимся, получается, да? Победите в двух раундах скрещенных палочек, завершите раунд тренировки, комбинации, заклинаний. Давай. Будем идти за следом. Я научился нормально бегать. Идти. Оп. Я научился даже ходить. Я поставил это на Alt. По идее, это как... C, что ли? Или... Да, C. Но я поставил еще на Alt. Ну, как и в этом. Сампе. Ривелио. Кстати, забыл. То есть такая штука, как Ривелио. Блин, первый уровень. Прикинь, всего лишь первый уровень. Сколько нам дверей будет открыто? Ага, толчок. Вот тебе и зеркало. Зайдем, скинем. Я даже вырезать это не буду. Немножечко с... Я не знаю, что значит материалов. Вот это все, это и текстуры на высокие. Текстуры и тени на высокие. И все. Чуть-чуть игре, но будет легче. Ага.
Вот все, видюха 90%. Хорошо, что ты смог прийти. Люкан вон там. Какого? Ривелио! Люмос! Отправляетесь на поиски новых приключений? Чем могу помочь? Не знаю. Себастьян посоветовал мне спросить у тебя про клуб. Ну, раз Себастьян за тебя ручается, этого хватит. Я провожу дуэли в скрещенных палочках. Это такой дуэльный клуб. Я так понимаю, тебе удалось серьезно впечатлить Себастьяна? Мне лестно такое слышать. Себастьян тоже неплохой дуэлянт. Представляю, какую захватывающую дуэль вы устроите. Как именно все происходит в скрещенных палочках? Ты приходишь, я выставляю противников. Напихали мы ему знатно, блядь. И тот, кто в итоге выстоит, выигрывает. Так мы определяем, кто из нас лучший дуэлянт школы. А для большего интереса на кону еще и приз. Хочешь поучаствовать? Да давай. Конечно. Дуэли — это отличное развлечение. Согласен. Кроме того, в скрещенных палочках можно сражаться в паре. Первый раз встанешь с Себастьяном. Затем можешь привести кого-то или сражаться в одиночку. Ну что, рискнешь сразиться? Да давай сейчас. Веди меня на ринг. Замечательно! Сейчас полетят искры! Ёмана. Ты еще пожалеешь, что записался. Согласен. А пробивайте желтые щиты, используя контролирующее заклинание. Желтенькие. Щит, короче, Левиоса. Я понял. Да. Привязка к цели. Капслок позволяет вам отслеживать врагов без прицеливания. Нажимайте. Ну не, капслок, наверное, я не буду использовать. Конфринго! Акцо! Ты можешь лучше! Десенто! Левиосо! Следи за палочкой! Протеку! От сука, блядь! Давай, покажи себя! Бля, ну вообще сложно, честно слово. Ну, не баси. Вырви у других победу. Левио. Победили, я даже хилку не взял. Вот это дуэль. Пиздец. Ну я говорю, я половину не понял. Неплохо. Себастьян в тебе не ошибся. Дальше соперники будут посильнее, но если будешь продолжать, то станешь новым чемпионом школы. Чудесно. Я согласен. Хорошо. Впрочем, можно провести вторую дуэль, когда захочешь. Но как полноправный участник клуба, ты можешь пользоваться одобренным тренировочным манекеном. Очень хороший способ освоить комбинации заклинаний. Скажи, и я предоставлю. Еще раз поздравляю с первой победой в скрещенных палочках. Я все равно нажимаю Q, понял, да? Надеюсь, ты еще зайдешь. Тебя у меня есть на мышке. Теперь у нас есть манекен. О, плюс 6. Добрый, добрый. Так, задание. Ага. А эти испытания. Так, ну тут у нас этих не горит восклицательных знаков, поэтому ничего нет. Хотя вот здесь что-то было. Одна задача — тренировка комбинаций. Ну давай. С возвращением! Надо.
Давай комбинации сначала. Привет, Люкан. Можно воспользоваться манекеном? Конечно. Я его подготовлю и дам тебе перечень комбинаций для тренировки. Ну что, попробуешь? Да, с удовольствием. Постарайся применить все заклинания, прежде чем манекен упадет на... Если захочешь прервать тренировку, то сразу же скажи мне. На землю. Погоди. У меня же нет этих заклинаний. Акция! Бля, чел, ну у меня нету этих заклинаний. У меня вот, бля, я дурак, нах. Все, чел, отменяй. Пожалуй, хватит тренировки. Уже? Но это ведь еще не конец тренировки. А я устал. Закончу позже. Ладно, я буду тут, когда решишь продолжить. Чудной, чудной. Давай дуэль. Привет, Люкан. К следующей дуэли уже все готово? Ну, конечно. Я подобрал отличного соперника. Ну что, хочешь показать себя? Давай попробуем. Да. Ну, бля, я чё, я проебу первую катку. Дуэль будет с партнером? Давай, да. С девочкой сгоняем. Тогда вперед. Давай, давай. Я разобью тебя в пух и прах. Удачи. Заранее прошу прощения. Прибывайте фиолетовые щиты, используя мощные заклинания, такие как акцию. Понель. Акцию! Пропали мои денежки. Аресто моментум! Братеко! Следи за палочкой! Следи за палочкой! Ах ты ж сука, бля! Трупец, вырви у других побед! Остолбени! Экспелярмус! Акция! Всё, что ты можешь! Леоса! Десцендо! Давай, покажи себе! Братеко! Ты можешь лучше! Ну да, я путаюсь очень серьезно. Хорошо, что я на тебя не ставил. Еще попробуешь? Пора ставить. Да, нужно попробовать еще раз. Рад это слышать. Понял, тебе надо и защищаться в этот же момент, и кастовать что-то. Понял, не дают кастовать, суки, бля. Не дают кастовать. Не, попробую сейчас хотя бы с одной хилкой, да? Потратим. Попробуешь еще раз? Да, нужно попробовать еще раз. Рад это слышать. Конечно, блядь, пока не выиграем. Акция! Это все, что ты можешь! Левиоса! Аресто моменту! Вырви у других побед! Заебали, бля!
Братего! Столбни! Ну отойди ты, блять, от нее, ёпта. Пропали мои денежки. Я понял, я и уворачиваюсь. Мансовать, я тебе так скажу, проще. Да, блядь, не успел захилиться, ёбаный рот, нах. Попробуешь еще раз? Да уж, блядь. Да, нужно попробовать еще раз. Рад это слышать. Надо прям с самого начала, блядь, понял? Закидывать их, блядь, говном. Акция! Финита! Капс. И как я буду стрелочкой, блядь, нажимать? Или чем? Подожди. Не знаю, есть смысл сейчас продолжать? Я не знаю, как скинуть этот захват. Типа, лол, я не знаю, как захват скинуть. Типа, нажимайте, там, стрелочка лево, справа и вправо было. Ёбаный захват. Попробуешь еще раз. Блять, ну это издевательство над человеком. Ладно, и... Нажимайте для переключения между целями при использовании привязки. Ну, я не знаю, давай. Она включила, и она включилась, и пиздец, ёпта. А, ну подожди, я же могу ее убрать. Подожди ты. Давай, покажи себя. Все, вот, да, я убрал. Ну, сложность сложная у нас, так что... Вырви у других победу, Протега. Левиоса!
Да ёб твою, бля. Ах ты сука, ты посмотри, что он делает, бля. Давай. Они спамят, блядь. Они, сука, спамят, блядь. Они пиздец как спамят. Они не дают жизни, бля. Попробуешь еще раз? Да, нужно попробовать еще раз. Рад это слышать. Пропали мои деньги. Десендо! Акцо! Протеко! Левиоса! Протеко, не пасу! Экспелиармос! Левиоса! Это все, что ты можешь! Тихо. Ресто моментум. Ты можешь лучше. Акцо. Левиос. А ты ж... Суки вы, бля. Давай. Протего. Остолбеней. Акцо. Ресто моментум. Спамят сильно. Серьезно. Я бы сказал. Акцо! Левиоса! Акцо! Вроде как на так, надрочился чуть-чуть. Левиоса. Фух, серьезно, потная катка. Конченная дуэль. Чилы. Браво! Пришлось постараться. Это уж точно. Другие дуэлянты и так обратили на тебя внимание, но после последнего раунда они точно будут точить зуб на тебя. Тренируйся без устали, если хочешь иметь шансы на победу. Или хотя бы на выживание. Сообщу тебе, когда будет готово. Увидимся! Следующий раунд, кстати, для самых рисковых. Так, ну мы, мне кажется, нам пока рано. Пожалуй, мне стоит сосредоточиться на зелье варенья. Есть, кстати, прицел. Я забыл уж совсем. Потому что я вообще не привык единичку нажимать. Я привык нажимать двоечку. А вряд ли у меня получится тренировку сделать, потому что у меня нет огненных заклинаний. Получается, нам надо задание. Завершить раунд тренировки комбинации заклинаний с Люканом Шум. Что-то не то. Давай попробуем. Опа! Привет, Люкан. Я хочу потренироваться. Правильно, тренировки очень важны. Ну что, попробуешь? Чё он обрубает? Да, с удовольствием. Постарайся применить все заклинания, прежде чем манекен упадет на... Если захочешь прервать тренировку, то сразу же скажи мне. Акцо! Ну, с этим мы разобрались. Это обычная атака. Левиоса! Неплохо! Левиоса! Акцо! Тоже неплохая комба. Но реген долгий, понял? В бою. Думаю, хватит практики. Ты уже неплохо справляешься. Я уже профессионал. Я считаю, что лучше обнаружить свои слабые стороны на тренировке, это а правда. Не на дуэли. Теперь ты будешь грозным противником. Хорошо. Тренировка комбинации завершена. Задание.
Получается, ну, мы идем к ней обратно, правильно? Да. Полезная эта вещь, ваше руководство для волшебников. Весьма лестно. Не газуй. А? Ля. Пам-пам-пам. Ривелио. Опа. Опа. Туалет с привидениями. Если только вы не находитесь в отчаянном положении, вероятно, лучше избегать этого конкретного туалета, поскольку, как утверждается, он является одним из любимых мест Пивза для его нелепых шуток. Кинем теней. Ну, Хогвартс реально серьезная такая тоже на русском, потому что ты бегаешь, блядь. В принципе, разницы-то, по сути, никакой не будет. Поднимаемся. Есть какой-то сундучок, значок. О, страничка. Надеюсь, мистер Шумсби вам помог достичь успеха в ваших начинаниях. Я буду прям на нем. Но стрелочка вверх, значит, он выше. Или что? Обычно раньше так, как бы, в таких играх. Профессор Геккет, все ваши задания выполнены. Прекрасно. В таком случае, вероятно, вы готовы изучить Инсендио. Вероятно, профессор? Да. Я навещала немало своих коллег в больнице Святого Мунга и знаю, что обуздать огонь очень непросто. Ваш талант к заклинаниям меня приятно удивлял, но сейчас вам прежде всего понадобится сосредоточенность. Не хотелось бы, чтобы итогом урока была загоревшаяся мантия. Ну, начнем. Да. И помните, движение палочкой должно быть очень точным. Сосредоточьтесь, держите палочку ровно. Пробел, F, пробел, пробел. Подожди, а если так? Ну, до сих пор не понимаю до конца, как это работает именно. Ну, что-то сделал, да? Инсендио, разблокировано новое заклинание. Давай вместо репара огоньку, да? Урон. Попробуем. Инсендио! Неплохо. Ебать! В том же духе. Главное, себя не подожгите. Левиоса! Инсендио! Поджигать вещи приятно, правда? Да. У тебя, правда, сейчас загорится к херам. Акция, Люмус. Инсендио. Акция, Люмус, ёпт. Левиоса. Допустим. Акция. Инсендио. Я промахиваюсь. Для меня еще такое... Вернитесь в класс профессора Фига. Какого? Фига. Что вы затеяли на этот раз? Не газуй. Ага, двигаем. Ривелио. А, вот эта девочка, кстати.
где мы в прошлый раз у нее брали. Квест. Эти. Просаживают иногда. Но это небо и земля по сравнению с тем, что было. О! Сабля какая-то. Ривелио. А еще выше какой-то тоже сундук имеется. Ведь книг. Это стопочка, да? Серьезная. Ой, твою. Чисто ради интереса. Репаро. Не, слишком простая вещь. Давай поменяем обратно. А, во. Если вот так. А второй слот что? Все? Не? Как сделать? Пока никак, походу, да? Ну ладно, давай. Оставим так. А, вот и вы. А вот и я. Здравствуйте, сэр. Профессор Геккет научила меня новому защитному заклинанию. Я уже знаю. Она сказала, вы вполне освоились с новой палочкой. Нифига, быстро сказал. Продолжайте работать с профессором Геккет и другими преподавателями. Вам нужно много упражняться. И все же не стоит больше откладывать посещение библиотеки. Итак, продолжим. Фиг. Про библиотеку уже не первый раз говорит. Идемте. Директор, я разговариваю с учеником. Да расписание подождет столько, сколько я скажу, как и ваши ученики. Какой ебучий, а, все-таки. Мне казалось, после тех проблем, что вы с Озариком мне доставили, вы будете рады загладить свою вину. В мой кабинет. У вас 5 минут. Он просто невыносим. К сожалению, наш поход в запретную секцию придется отложить. Но, профессор... У нас нет выбора. Будет неразумно еще больше злить нашего сиятельного директора. Я найду вас, как только выполню возложенные на меня поручения. Понял. Ага, ага. Себастьян... Ну да, он говорил про эту секцию. По-видимому, мы пойдем с ним. Себастьян говорил о том, чтобы пробраться в запретную секцию. Может, он знает как? А может, и сундук открыть? Ривелио! Ну не лагай, родной. Давай, тем временем, да? Что-то вот здесь аномальная какая-то зона, блядь. Вы и представить себе не можете, как неудобно было путешествовать, пока я не изобрела летучий порох. Ну ты чего? Ты чего? О, вернулся. Стоял чуть и вроде нормально. Это, конечно, портит все впечатление об игре. Конечно, может, стрим так влияет, хотя я уже сделал все, чтобы вообще ничего не влияло. Себастьян, вот ты где. А вот и ты. Ну, рассказывай, что произошло в трех метлах. Виктор Руквуд обычно не удостаивает учеников своим вниманием. В чем было дело? Похоже, он в сговоре с Ранроком. Ранрок хочет то, что попало ко мне в Гринготсе. Ранрок? Когда это тебе удалось побывать в Гринготсе? Мы с профессором Фигом очутились там после нападения дракона. Та еще история. В общем, у Фига был портал. Портал? В Гринготс? Что-то не понимаю.
Да я тоже не понимаю, хоть и был там. В общем, мы попали в какое-то древнее хранилище, и там нашлась карта, ведущая в запретную секцию. Ты, должно быть, шутишь. Отнюдь. Профессор Фиг настаивал, чтобы об этом не прознала ни одна душа. Я и так слишком много тебе рассказал. Я понял. И никому не расскажу. Что бы это ни было. Спасибо, Себастьян. Ты как-то упоминал, что самому тебе хватало ума не попадаться в запретной секции. Все верно. Встретимся ночью у входа в библиотеку. И никому ни слова. Донде стала библиотека, блядь. А что, если я наткнусь на библиотекаря? Мадам Пергам не любит, когда кто-то тайком копается в ее драгоценных книгах. Так что постарайся с ней не сталкиваться. У нас в прошлом уже бывали разногласия, но я знаю, что в таких случаях делать, а вот у тебя могут быть проблемы. Спасибо, Себастьян. Увидимся позже. Ага. Un momento. Дай бог, чтобы не лагала, сучка. Опа, мы уже тут, нахуй. Видишь? Вон к той двери нам и нужно попасть. Видим. Эти выскочки-старосты побегут ябедничать Пергам при любом удобном случае. Так что лучше нас не видеть, ясно? Я умею быть тише мыши. Идем. Погоди-ка. Чё по звуку, кста? Тебе надо выучить дезиллюминационное заклинание. Оно помогает попасть в те места, где тебе не следует быть. О. Примени его, и тогда, если на тебя посмотрят, то решат, что им померещилось. Главное, это я уже видел, конечно. Но я вам это покажу. То есть я на самом деле стану невидимкой? Что-то вроде того. Конечно, это не так надежно, как мантия, но мантии дорогие, а заклинания бесплатные. Попробуй. Да, я это у Харди читал в комментах. Под второй частью, что ли. А, я заметил, что еще древняя магия вообще похуй пробивает. Будьте нате, ёпт. Тоже серьезное заклинание, кстати. Ну, именно для изучения. Я уверен, что это смешно, бабка на всех языках. Но сейчас пока не буду смотреть. А, поехали. Давай до сюда, да? Правильно? Идем. Оп! 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 Ну, понял, я путаю еще. 1, 2, 3, 4, еще у меня IQ, блядь. Это вам легко, вовером. После дезиллюминационного заклинания, чтобы вас не смогли обнаружить в запретных областях. А, меня видно? Ага. Все, заебись. Потому что у меня даже предпросмотр скрываю. Но если прям все мега хуёво будет, придется 5-4 профиль ставить. Ну, кстати, не так уж и плохо. Если противники поблизости почувствуют что-то, они начнут изучать подозрительную, сука, активность. Потом, а я вот сейчас хотел... А, нету пока. Если вас поймают, это приведет к провалу заданию. Куда нахуй, слышь? Так, ну я не думаю, что мы будем драться сейчас, да? Давай вот так вот. Тише. Сделаю вид, что я вас не заметила. Хорошо. Сука, страничка. Акция. Слушай, а я могу бегать? А это чё? Какая-то книга, блядь. А я хотел, знаешь что? Я
я хотел, знаете, что? Бегать как? Бегать никак при использовании этого заклинания. А? Чё там? Давай, давай. Проклятье. Библиотекарша ещё здесь. О. За шкаф, быстро. Какой шкаф? Сюда. Проклятье. Ты же говорил, что библиотекарши не будет. Я сказал, что её обычно нет в это время. Все равно все будет в порядке. Видишь ее стол за мной? Ключ лежит в ящике того стола. Угу. Итак, вот как мы поступим. Угу. Я придумаю, как ее выманить, а ты достанешь ключ. Встретимся у входа в запретную секцию. Понял вас. Так, ну ключ понятно зачем, чтобы открыть дверь. Ты отвлекаешь? Я добываю ключ. Все ясно. Я сказал, что проведу тебя, и там будет, там был бы диалог про... про то, что, типа, этот чел умеет заклинаниями замки открывать, но там какой-то, типа, ключ ебать, и, короче, типа, нихуя нужен ключ в итоге. А где она? Я ее не бачу. Кто там? А, вижу. Это ты, Пивс? Да, я. А я ясные дни. Оп. Донды стала библиотека. Ага, хорошо, карта есть. Ну, в принципе, ничего сложного. Также. Это было проще, чем казалось. Теперь пора найти книгу. Ривелю. А. Блять. Гномья душа меня, блять. Коль, а я хотел узнать привязку, понял? Я ее включил, блять, и выключить не мог. Но я разобрался, как выключить. А как переключаться между ними? Или ты без нее гонял? Ну, вообще, как по мне, полная хуйня, честно слово. То есть, я не знаю, если только на мышку биндить, реально на кнопки, чтобы ты мог менять этих все дела. Да, понял, а переключиться, короче, нихера, я чуть не даже... Так, я чуть-чуть искал, но не нашел. О! Ривелио! О! Сундук, нахуй. Сумеречная накидка. А, из-за чар эта книга выглядит полезнее, чем на самом деле. Я уже дважды так попался. Никогда не судя о книге по обложке. А типа этот? Алярм будет? Я... Так, нам вниз или чего? Стоять. Прицеливание позволяет повысить точность. Это да, мы поняли. Там призрак. Прячься. Погоди. Ну, капс просто ебашь, и он меняет, да, типа? Я использовал только в тех моментах, когда из инвиза ваншот цели, и он иногда брал не ту, которая нужна дальнюю. А, я понял. Угу. Видишь, Коль, теперь у нас Найтбот. И я его поставил, чтобы он редко-редко писал. Но почему-то именно ВК-плей решил написать, хотя это такое редкое событие там стоит. Допустим. Туда на Эшнаверс хер дождешься, нахуй. Используйте ПКМ? Понятно, 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 понятно. А где призрак?
Не, там триггер же на строчке, понял? Я это никак не... Это такая... Довольно тонкая настройка, понял? А как чего, блядь? А куда идти? Я даже не... Блядь. I don't понимаю нихуя. А, вон туда, наверное, там проход. Или что там, стена? А, нет, там проход. Теперь все чисто. Можно не прятаться. Так что же ты ищешь? Я ищу лекарство для сестры, Анны. Чтобы она скорее вернулась в Хогвартс. Потому что Мерлин свидетель, все остальные опустили руки. Почему ты думаешь, что найдешь лекарство в запретной секции? А у школьной медсестры нет ничего, что поможет Анне? Мы обращались за помощью ко всем. От сестры Чири до целителей больницы Святого Ривелио. Но я могу и сам во всем разобраться. А ты не забивай. По балансу этого... Ну, он проснулся, походу, потому что до этого он что-то нихуя. Что тебе надо? Можешь конкретно сказать, что это? Когда увижу, пойму. Ничего себе, какая загадочка. Что-то одни перчатки сыпет. Ты посмотри. О, 8-й левел. Ну, мне кажется, херня. Для 8-го левела 11-е. 7-й левел. А, да, я закрываю как раз-таки, сейчас я посмотрю. Да, я закрываю вот эту штучку, 7-й левел. 570 голды. Так. Ага. Я в городе решил, понял, я в начале стрима говорил, то, что я решил не отбрасывать сохранение назад, а именно, ну и типа я в городе там 4 странички или 5 собрал, и один сундучок. По сути, и больше ничего не делал. И все. Ну там, то есть, был начало 5-го, я сделал, что теперь конец 5-го, и на стриме мы получили 6-й, и уже как-то 7-й. О, серьезная вещь. Давай побегаем тоже с этой штучкой. Рукояти палочек. Тяжелый уровень сложности. Вот такие, да? Ривелио. Там не темно? Нормуль? Потому что сейчас захват идет через захват экрана. Потому что что-то он игру не хочет сегодня захватывать. Ебучий. Может из-за ревотюнера. Вчера захватывал. Что я только не делал с игрой, да? По сути. Сколько сундуков с этой херней, бля? А, подожди, теперь у нас это есть. Ну, наверное, не знаю, наверное, не прокатит. Тише воды, ниже травы. Так, съеби, родной. Баланс громкости диалогов, эффектов, получается, и музыки. Он как собака, блин. Которую... Это... И чё? И всё? Ривелио. Слышь, сейчас как дам, нахуй. Найдите книгу. Ну, в поисках. Тайны наитемнейшего искусства? Впечатляет. Я понял, что они. Что они. Слышь? Чудной. Ну, вряд ли нам это. Ну, прям конченая, блядь. Не хочешь мне читать. Ривелио! Сейчас как подожгу нахуй, блядь. И все. Пиши, пропало. Люмос. Люмос.
И не видно ни пизды, да? Опа. Я буду тише болтрушайки. Инсендио. Коль, а что вот с этими делами делать? Вот это нахера? Я уже такого не первый раз вижу. А, левелся. Я как раз убрал, да? Или нет? Как они, бля, их путаю, честно слово. А, нет, ну все. Левелся. Вон оно что. А вот это я забыл в натуре. Я это знаю, но я это забыл. Типа... Ага. Что это тут у нас? Ну туда, тут скрипт. Себастьян Сэллоу с компанией шастают тут. Будем надеяться, что их не найдут. Осты вонючки, вам светит взвучка. Какие-то баги озвучки. Не смей. Гандон. Проклятый Пивс. Надо остановить его или хотя бы придумать достойное оправдание для библиотекарши. Постой, я не хочу, чтобы у тебя были неприятности. Когда речь идет о дисциплине, у меня свой подход к преподавателям. Кроме того, мне нравится, когда друзья у меня в долгу. Можешь идти. Удачи тебе в поисках. Куда же запропастился этот проклятый полтергейст? Я знаю, каким заклинанием починить эти доспехи. Ага, все, бум-бум. Так, починить доспехи. Ага, я вас понял. Репаро! Ривелио! О, шляпа! А нам... Хорошо. Ну, более серьезная вещь. Какие-то вещи можно, правда, спокойно, смело уничтожать. Ну, фиолетовые вроде... Не, ну, типа, не стоит лучше их, наверное, продавать. Ну да, это не очень удобно. Как ты там говорил? F что-то... F не F, ПКМ не F. А, вот F, да. Прекрасно. Угу, так. Я просто смотрю, что у меня там на предпросмотре. Что-то я не это. Ага, ага. Люмос. Да, то ни пизды не видно. Давай все-таки свет включать иногда. Ну конечно, следы древней магии. Здесь должен быть какой-то секрет. Вот так. Опять пиздец. Комбат, блядь. Люмос. Тин-тин-тин-тин-тин-тин. Ой. О, сундучки со сказками. Как в Годуфаре, блядь. Вот этот огромный сундук, сука. А меня долго просить не надо, я сразу одеваюсь. У, щет, нормально. Пум. Ля, стильный. А ну, если этот визуальчик поменять. Да? Вот это прям дикое.
Давай вот эту оставим. Как визуальник наш. Интересно, куда я попаду? Куда? Дай бог попанем. А где чел? Он был в чате и пропал, подожди. Мне это важно и интересно. Потому что, может, что не так работает? Или, может, это баг? Секунду. Я тебя видел. Может, ты удалил сам сообщение? Может, бот как-то не так работает? Ладно. О, подписался. Спасибо. Милая Мун. Серьезно. Так. Продолжаем. Кое-что еще поправлю. Чтобы был предпросмотр поменьше. А, да? Просто меня не показывают. Все, окей. У меня глаз это видит. Все. Так, инвентарь. А что здесь? А? Что это? А, это мы знаем. А, это типа то, что... Понял. Знакомимся с игрой все еще. Она так и светиться им будет. Ну давай, поставим, давай. Визуал? Все-таки. Ага. Делаем, делаем. Ривелио. Прикинь, сейчас бы взял, проебал. Оно прям подсвечивается, по сути, выделением. Люмос, стражи наготове. Ничего удивительного. А, да? Подожди. А, паузится, да, игра? Хорошо. Левиоса! А чё Икс? Нахуя он? А, я понял, зачем? Может, на среднюю кнопку поставить? Охуеть. Слышь? Родный, ты чё, ёбнулся? Мы попробуем забайтить на удар и отразить его, потренируемся. Есть такое дело. Мы неплохо справляемся. Я тебе так скажу. Это жесть, я бы сказал. Что такое X? Вот что это такое. Когда хотя бы один сегмент вашего... Все, теперь нам стала доступна эта вещь. Полностью заполнен, можете использовать сокрушительную древнюю магию, которая наносит огромный урон и разрушает щитовые чары. Да. Так, я бы хотел открыть свой стрим на телефоне, посмотреть. Да. Хорошо, добренько, поехали. Чик, чик, чик. Все, пускай там идет. Понял. Блин, я надеюсь, что у вас там реально не темно. Потому что когда захват, у меня немножко яркость подкинута. А тут оно, видишь, чё как, блядь. Ну ладно. Ривелио. Люмос. Буду светить для вас. О, пацаны. Ривелио. Левиоса. Акцо. Это получается, мы
наполняем, да, этой штукой, походу? У меня он полный. Понятно, что я могу этим пользоваться. Я вижу сундучок. Вижу вот эту штучку. Угу. Все, она с временем. И вот здесь есть тоже что-то. Какая-то... Ривелио! Не понял. А, камень. Все, хорошо. Нормально, после локации темная сам по себе. Ну это да. Я знаю, что к тебе можно прийти. О. Люмос. У нас же есть свет. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Перчатки. О! Другое дело. Такие, епта, строительные, я бы сказал. А, ну не, ну такие с этими штучками. Айд зачем? Ривелио. Люмос. Ага. Вниз какая-то дорога. Энд? А тип назад, да, можно вернуться или что? Люмос. Может, еще какие-нибудь секретики тут? Ну, сундук я вижу явно один. И снизу какая-то все равно дорога есть. А, ну она поднимается, типа, да? О, смотри, типа отражение, да? Да, вот в кубиках было. Должно быть, это путь вперед. Вот только куда он может привести? А? Деньги есть? Нема. Ага. Так. Ривелио. Первым делом. Без очевидного. Двигаются две секции. Я понял. Давай сначала за сундучком. Или куда там? Ну, бывает. Не рассчитал. Люмос. О. Возвратите меня домой. Спасибо. Почти на месте. Сейчас нужно сохранять хладнокровие. О! Подарков сколько, да? Смотри, сколько нам подарков дают. Это вообще улет. Ой, нету. Тоже защиту дает. Визуал, конечно, сумасшедший. Жалко, что типа оно сбрасывает этот.
Ривелио. Так, ну пока... Ого. Я вас понял. О! Кенты. Левиоса! Ебаный урод, бля. Акция. Когда они постепенно идут, еще ничего, типа, понял? Акция. Ить, слышь? Так, чел там улетел один. С моей прикол. Сучара, бля. А, ладно, бывает. Левиоса. Ебать, колотить на. Левиоса. Ты мне надоел. Да, мы восполняем этими штучками себе эту, ну, древнюю магию. Так это все же книга. А ее видит кто-нибудь, кстати, другой, кто ее не видит? Это же все равно каст какой-то. Тут хуяк и ничего, этот, визуала нет, и тут что-то пизды получил. Наверное, видит. Надеюсь, вы меня поняли. Вот книжка-то самая. Тоже омут памяти. Омут памяти. Я не знаю, я нужен на этих роликах? Четыре человека, деревня. Вид печальный. Вот тебе и дождь. Ну, то есть, на что способна, да, древняя магия нам показывает. Ну, по сути, ну, практически все, наверное. Ну, или так. Гораздо больше, чем обычно, да? Серьезные ребята. Ага. Тоже мы должны выяснить. Ага, дальше. Вы хотели меня видеть? Директор Фиджеральд, профессор Экхэм. Мисс Исидора Морганак, проходите. Профессор Оквуд, профессор Бакар. Мы так понимаем, вы уже приспособились к жизни в Хогвартсе? Да. Как хорошо. Особенно в вашей необычной ситуации, сразу пятый курс. Кстати говоря, меня тоже приняли в Хогвартс сразу на пятый курс. А других таких я не припомню. Мисс Морганак, вчера вы спросили про клубящиеся следы, которые вы видели много лет назад, когда мы посещали вашу деревню. Я сразу же узнала вас всех. Та девочка, да. Не знаю даже, как вас благодарить.
Мы были рады помочь. Он просто видел этот моментик. А вот потом вроде ничего не помню. Это все мое воображение, но я и правда их видела. Воображение тут ни при чем. Персиваль, профессор Рекхэм тоже Рекхэм. Других таких людей мы не знаем. Но я не понимаю, что это? Похоже на шепот или следы от применения особенной формы своего рода древней магии. Древней магии? Немногие способны владеть ей. Хогвартс сам по себе, как вы знаете, оплот древней магии. Если я вижу следы древней магии, значит, я могу управлять ею? Если вы обучитесь. Но давайте не забегать вперед, мисс Морганок. Чтобы обучиться такой необычной магии, вы должны освоить все, чему только может научить Хогвартс. Такая могущественная магия может причинить большой вред, если она случайно попадет не в те руки. Это да. Поэтому просим никому не рассказать это о том, памяти. Что мы сегодня обсуждали. Ну, сразу же она ушла довольной. И начала это... бедокурить. Себастьян. Ты где? Опять вы шныряете по запретной секции? Не? Я надеялась, что эти выходки прекратятся, но, очевидно, оставлять вас после уроков уже бессмысленно. Боюсь, мне придется сообщить об этом директору. Но... Впрочем, Пивз говорил, что вы пришли сюда не одни этой ночью. Если кто-то подбил вас на этот, будет лучше, если вы скажете, кто. Вы же умный мальчик. Зачем вам неприятности? Жиза. Со мной никого не было. Я пришел один. Ох, Себастьян. Что же скажет ваш дядя? Гандон конкретный. Ну, а как сказать по-другому? Это что за вообще за дела? Ага. Задание завершено. Секреты запретной секреты запретной секции. Почти 8 левел, кстати, забираем мы, да? Ривелио. Опа, тетя. Какая есть. Приятная встреча, мой юный друг. Да-да. Да-да-да-да, да-да-да-да. О, сундук. И вот что это значит? Я вот периодически и в замке это слышал. И в этом даже городе. А где он? Его так и не увидишь, да? О! Ривелио. А как? Книжка, может, есть? Какая? Это как? Ну, чё-то я не понимаю. Мы не можем, правильно, пока тушить огонёк-то? Ну, я так и знал. А можно ли приседать в игре, если это самое? А, не, я дальше помню немножко. Кроме как с этим заклинанием, да? Можно ли приседать? Ривелио! Ну, такие точки притяжения, я бы сказал, в принципе, да, и ты уже можешь тоже, да, какие-то секретики тут у нас. Тоже вон сундучок, страничка летает. Акция! И вот такая же дверь, хер поймешь, блядь.
чё значит, блядь? Непонятно. Типа, тут нам известно... Там, где два вопросика. Здесь один вопросик, то есть вот он один вопросик. За символ 21-11. Цифры же по-любому что-то значит. Они же тут не просто так. Может, 32 раза нажать на эту штуку? Да? Ты думаешь, стоит, да, так сделать? А как это сделать, Коль? А, вот, ждать. Сколько это? Вот какая-то... Правильно, вот это, да? Она? Карта F. Понял, если что, я понял, если что, через карту. Наверное, она как доп-квестик, да? Все хорошо. Привет, Ленора. Чем это ты занимаешься? Все думают, что у меня поехала крыша. Даже Саманта считает меня чокнутой. Я тоже так думаю. Но все дело в этой картине. Раньше я ее как-то не замечала. Но я знаю Хогвартс, и очень хорошо. Пустая рама не может висеть здесь просто так. В этом должен быть какой-то смысл. Так, ну, а есть что-то? А есть здесь похожие. Другие похожие картины? Есть несколько. Хогвартс сам по себе в некотором роде загадка. Это я согласен, да. Тайны этой картины, я пойму, что делать с остальными. Надо же с чего-то начинать. Удалось что-нибудь узнать о картине с тех пор, как ты начала ее изучать? Выяснилось, что заклятие Люмос дает какой-то эффект. Но что делать дальше, я не знаю. Может быть, взгляну. Это должно быть интересно. Должно быть интересно. Я уже давно ломаю над этим голову. Надеюсь, тебе повезет больше, чем мне. Я вроде знаю, что делать. Если вдруг найдешь подсказку к этой загадке, разыщи меня, ладно? Словно мотылек на пламя. Раскройте секрет картины. Как же я ее раскрою? Давай. Люмос. Давай. Надо же было так напортачить. Чё? Всё хорошо? Чё такое? Ой, привет. Спасибо за беспокойство. О, новое знакомство. Я Крисида, если что. И так получилось, что у меня... Ещё один допкос, да, будет? С библиотекарем. Получается. Мне нравится изобретать собственные заклинания. И я была уверена, что довела до совершенства заклинания для книг, легкие как перышко. Руки отваливаются таскать их с собой целый день. Должно быть, в заклинании я перепутала латинские слова «перо» и «птица». Потому что стоило мне открыть сумку в библиотеке, как они буквально выпорхнули оттуда. Знаешь, а идея-то отличная. Спасибо. Но не думаю, что библиотекарь с тобой согласится. Я не понял, с чем я согласился. Я вообще не понял. Я бы собрала книги и сняла чары сама. Вот только мои заклинания не впервые нарушают спокойствие в библиотеке. Амид сказал мадам Пергам, что это мои книги тут разлетались. И она пообещала, если такое еще повторится, в следующий раз написать моим родителям. Всего 5 книг. Сможешь их забрать? Она ничего не заподозрит, если новый ученик зайдет в библиотеку осмотреться. А чё, донёс? Ну, гандон, блядь, чё узнавать-то? Я попробую тебе помочь, если найду время. Буду тебе очень признательна. Среди них мой дневник. Не хотелось бы, чтобы он попал в чужие руки. Будь добр, собери их и принеси мне. Какие вы странные. А я сниму чары. Какие вы странные. Взял, зашёл, блядь, на жёстком, блядь. Забрал, нахуй, ушёл. Всё, блядь. Про тебя забудут в этот же, блядь, момент, нахуй. Люмос. Может, там есть какая-то подсказка? Нужно поискать, вдруг она поблизости. Так, давай отслеживать другое у нас. Карта. Не, испытание. Блять, не-не-не-не-не-не-не. А, испытание давай заберем тоже. Перчатки какие-то. Или что? Это у нас не готово.
тоже. Назад. Задание. Не готовы, не готовы. Тоже. Ну вот эти готовы. Сейчас посмотрим, приоденемся. Надо в город сгонять и продать, мне кажется, да? Куля, ты не выявлял, кому лучше? Продавать. Где плюс-минус? Похуй. Так, давай отслеживать, да, говорю, другое задание. Задание. Вот это. Поехали. Найдите место, изображенное на картине. А, ну прям на, нас туда... Где лестница такая чёрная? Это. Какая-то штука. Ревелио! Возвращайся к своей картине, мотылёк остановился. Наверное, нужно продолжать... Люмос! Какой мотылёк? А, вот он. Ну, конечно, не продумано, да? Ты и то, и это делаешь. Он будет успевать за мной? Да. Ха! О! Моя догадка оказалась верной. Нужно сказать Леноре, что мне удалось разгадать тайну пустой картины. Восьмой. Левел. Восьмой. Так, ладно, включу пока предпросмотр, а то сложно ориентироваться. Без него-то. Чё, зеваем? Или чё? Ага. Да-да. Ревелио! Ленора, мне удалось раскрыть загадку той картины. Тебе удалось? Как? Теперь ты можешь решать такие загадки. Ну да, то есть как функция, получается, открывается у нас. Мне удалось найти место, изображенное на картине, а затем с помощью Люмоса привести к ней мотылька. Что ж, логично. Жаль, что я не догадалась, а ведь была на верном пути. У тебя талант разгадывать загадки. У Натти тоже получается. И у Амита. Но он любит пускаться в подробное объяснение. Рада, что тебе удалось в этом разобраться. Ну да, а я сам тестил. Я должна была его заметить. Я открывал какое-то зеркало в городе, пока тестил. Ну, я его открывал, в плане, чтобы оно хоть что-то показывало, да? Но мотылька не было нигде. И зачем только гостиную Слизерина разместили в подземелье? Так мрачно. Вроде. Хотя я не особо искал его. Магловские школы такие нудные по сравнению с Хогвартсом. Так, тихо, не урчи. Предметы для рук. Во. Байкерский, ля. Какой у меня дикий плащ. Это вообще трэш. Так, по-старому. Ну да, по-старому. Арфик. Такой. Можно и без него, конечно, но... Оденем. Так, и чего далее? Чего далее? Двигаться, наверное, надо, да? Правильно, по заданиям там. Ну, тут мы уже можем сами решать, что нам надо тут. Да, давайте завершим его все-таки. Мы-то книгу нашли. Надо бежать далеко? А, не, не очень. Говорит, Хогвартс большой, блядь. Ну, просто по ступенькам херачить. Нет, не кайфы, да? Вот. Ой-ой-ой. До 60. 8. Ну, там понятно, что лоу меньше. Ну, говорю, ну это уже хотя бы хоть что-то как-то можно, понял, да, Куль? О! Ревелио!
О! Давай пока. По пути. Люмос. А, как будто похоже на чуть этаж ниже, да? Колонны. И напротив... получается, какого-то коридора. И напротив картины. Большой такой. Кажется, это где-то... Где-то... Тоже какие-то картины. Какой-то холл. Но это не похоже. Как будто ниже этажом. Или выше. Блин, да тут такие картины. Там она такая большая прям. И две, я бы сказал, да, там. Или угловая одна. Где зеркало вообще, ёб твою, блядь. Так, я вот так спускался, да? Пока уберем палочку. Ага. Ну да, чувствуется, конечно, что просаживает. Где, блядь, зеркало бы найти? Так, пойди, я спускался, да? Или мотылька найти. Хоть что-то из этого. Это так и не... Вот я это... всегда говорила, что... Ну, это мы знаем, это мы знаем. Как будто, блядь, в самый низ надо. Ривелио! А это чё? Не уделишь минутку? Мне нужна помощь. Да ёб твою. Всем помощь Ты моя нужна. Ты хотел поговорить? Хотел. Привет, я Данкан Хопхаус. Рад встрече. Я столько слышал о тебе, о битвах с троллями и драконами. Нет, не. Приятно ладно, слышать. Ладно. Надеюсь, я оправдываю свою репутацию. Приключения и впрямь меня преследуют. Я такой добренький, пиздец. Рискну предположить, что твоя репутация оправдана. В таком случае именно ты тот человек, который мне нужен. Понимаешь... Однажды на уроке профессор Геккет учила нас изгонять Богарта, и мой, ну, к сожалению, принял вид пушишки. Кто твой? Они же милые. С чего вообще их бояться? На вид очаровашки, а потом возьмут и сунут язык тебе в нос. Но каким бы обоснованным ни был мой страх перед пушишками, люди начинают считать меня трусом. Дошло даже до того, что некоторые стали дразнить меня Данкан Пушишк. Не обижайся, но, по-моему, звучит и впрямь смешно. Вот и Эверетт так говорит. Но я не обязан соглашаться. Впрочем, я сам умудрился все усложнить, когда по глупости ляпнул, что ходил в потайной коридор травологии. А значит, я храбрее, чем все думают. Потайной коридор травологии? О. Именно. Ходят слухи, что бывший преподаватель травологии... Мы много где не были, там много выращивал где. Там опасные растения. Сейчас они, должно быть, так разрослись, что никто не смеет туда и нос сунуть. Я надеюсь, ты сможешь пробраться туда и принести мне доказательства того, что я, ну, там побывал. А, то есть ты там не был, а я там, а я туда иди. Ты дурак, что ли? Давай. Хорошо, я поищу, если буду в тех местах. Отлично, буду очень благодарен. Приходи, если найдешь доказательства, и я буду в долгу перед тобой. Субтитры было написано «Вечно». Так, слышь? Мне бы... Мне потайной? Бы... Тихо. Нам это не интересно. Нам вот это надо бы. Любопытно. Мы просто берем квесты, а потом их сделаем. Так, это мы это знаем, блядь. Похоже, я ни зеркало не найду. Ни бутылька. Бля, ты чё? Чё-то я не понимаю.
Да я везде тут был. Еще FPS меня заебует. Ладно, давай, хрен с ним. Не хочу думать об этом. Веди меня, штучка. Погнали. Ну, мы здесь еще раз были. Поехали. Да не может быть. Гоблины заодно с Руквудом. Бессмыслица какая-то. Это довольно необычно, мягко говоря. Необычно? Это невообразимо, это... А, фиг. У вас посетитель? Я постараюсь что-нибудь разузнать. Сэр, мне удалось пробраться в запретную секцию, пока вы были у профессора Блэка. Чел еще не вышел, оказалось, он говорит. Оказалось, мы шли по следу книги. Господи, блин. Что? Ну, погодите-ка. Вы попали в запретную секцию. Но как? Хотя, если подумать, лучше мне не знать подробностей. Кверху каком, бля. Между прочим, книга была под запретной секцией, как и указывала карта. Расскажите мне все, но сначала посмотрим на вашу добычу. Ох, надо же. Тут не достает нескольких страниц. Кто-то добрался до этой книги раньше нас. И все же попробую изучить то, что осталось. Возможно, мы еще сможем узнать. Дело вообще не в книге. Полезное. Интересно, почему она была здесь, под Хогвартсом? Кажется, я знаю, сэр. Я увидел еще два воспоминания там, где нашел книгу. Еще один омут памяти? Годрикова сердце. Тот человек, Персиваль Рекхам, работал здесь преподавателем. В первом он и еще трое преподавателей использовали древнюю магию, чтобы спасти деревню от засухи. Мириам была права. А второе воспоминание? А во втором они говорили со студенткой, поступившей на пятый курс, как и я. Она тоже видела следы древней магии. Почему именно эти воспоминания? Может, в книге найдется объяснение? Почему ты имя не говоришь? Мне придется взять ее с собой в Лондон. Может, это его этот... Чтобы я лично поговорил с министром о смерти Джорджа. Его жена, правильно я понимаю? Ну, как догадка. Он же об этом говорил, что у него что-то жена, видел древнюю магию, никуда, никто, ничего. Так, что вы им скажете? Что вы им скажете о смерти мистера Озрика? Не знаю, насколько откровенно можно говорить. Джордж пытался вразумить министерство насчет Ранрака, но без толку. А кто такой раз? Интуиция подсказывает не сворачивать с избранного пути и оставить подробности при себе, пока мы не узнаем больше. Понимаю. Я попробую узнать о пропавших страницах, пока вас не будет. Хорошо. И не забывайте об учебе. Вы с каждым днем все лучше управляетесь с палочкой. Но нужно также уделить внимание травологии и зельеварению. Магия — это не только заклинания. Значит, будет чем заняться, пока вас нет. Вы превосходно справляетесь. Будет очень интересно посмотреть на ваши достижения, когда... Да, я что-то не это... Да, непременно находите время для друзей. Вы не представляете, сколько полезного можно от них узнать. Ну, такой гид по игре, я бы сказал, да? Пам-пам-пам. Задание, карты, испытания, коллекции. А где эта штука? 1000 голды, кстати, у нас. 1000. И почти 9. Инвентарь. Мне кажется, денежек маловато, хотя мы сейчас вас продадим, блин. О, испытания, точно. Задание. Ить.
Это внешний вид, да, вроде разблокировался. А, он все-таки им пиздец. А я думал. Но он гнал как черт, блин. С половиной, я помню, с половиной полоски. Да, блин, визуал. Или что там открылось-то? Ряд? Не, Коль, я их не видал. Ты меня спросил, я же тебе тогда это... Сказал, что не. Не обратил внимания. Все, окей. Хорошо, хорошо. Встретимся в нижнем. Тихо. Занятие по травологии, задача профессора... О, экспеллярмус. Неплохое. Это побочки. А это, получается, главное, да, типа? Поживите жизнью студента. Ну, я пожил. Но, увы, я хочу продать. Как раз в этом, в городе чуть-чуть побегаем, правильно? Нам же не только в этот. Давай прям со входа и... Где вход? Еп ты, блин. Ага. Тут серьезная вещь. То есть тут тоже можно прям... Ладно, давай сюда. Где спал дают на них лучше? А, в плане про квесты ты говоришь? Их видят только те, кто видели смерть. Значит, он ГГ. Я понял. Все, я понял. Здесь же была точка, ёпш. Ладно, давай. Вообще вот это мне нравится, точка. Иногда мне кажется, что все дороги ведут в Хогсмид. Знаете, только что прислал вам сову с просьбой. После загляните ко мне в кабинет. Ну, пройди ты. Только что прислал вам сову с просьбой встретиться с ним в деревушке под названием Нижний Хогсвилд. О, я знаю, это очень... Такая интересная вещь. Ну, я понял, погоди. Карта мира, я понял. Эта карта мира, большая ее часть покрыта туманом, который не позволяет вам видеть все подробности. Логично. Деревушки — это небольшие сообщества, разбросанные по всему миру. Ну да, видим. Это деревушка, которая называется Нижний Хогсфилд. Все деревни. Я сам еле вижу там. Это вам возможность найти новых торговцев, точки с летучим пламенем, побочные задания и коллекционные предметы. Хорошо. По мере своих исследований вы будете рассеивать туманы и открывать остальные части карты, что даст вам возможность изучить новые места, деревни, подземелья, лагеря бандитов и многое другое. Ага. Понял. Вот тот самый мостик, кстати. Где-то я его видел, да? А вот монетки там нарисованы. Ревелио! О! Тренажка. Сундучок со сказками.
С глазом, да, сундучок? Ага, а мы уже умеем. А мы уже умеем. Ой. Давай. Или сзади можно. В принципе. А, не, не дает. Не гуди. Не пали контору, бля. О! Плюс 500, ёпт. Да это вообще улет тема, я бы сказал. Ривелио. Везде замки. Синграм нам явно намекает, что родной, иди лучше там, по квестам там. Потом все, потом здесь будешь, да? И всегда плюс 500. Добро пожаловать. Заходите. Так, на чем я остановился? Ах, да. А у вас неплохая деловая хватка. Да вообще. У меня все в ажуре. Или есть смысл ломать предметы? Или нету? Вот ноль. Ну, я попробую, мне самому интересно. Наверное, она нихера не даст. Но мы попробуем. Любой подтвердит, что у меня нет недостатков. Тихо. Так, ага. Не-не-не-не-не-не. Так, ага, так, блядь. Снаряжение, инвентарь. А, то есть он не дает никаких, да, предметов? А как мне его в снаряжении он, правильно? Дает? С уничтожить. Ну да. По-видимому. Ну все, я понял систему. А что он вообще продает? Позвольте угадать, вам нужно что-то новенькое. Не, мне ничего не надо. Так, ну это пока нам это самое, мне кажется, нам это не нужно. 2400. Хоп! Любой подтвердит, что у меня нет недостатков товара. Ну так. Обычными продуктами. Вот интересно, что, коль будем делать, в деревню пойдем? Или... Или на занятия? А деревню на следующую серию? Ну или в этой попозже. Как там пойдет? А. Три метлы, но ее так и не найдем. О! Лавка Левандера. Да, мы в ней были. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Опа! Плюс 57. Ривелио! О! Акцо! А, она на улице. Сейчас мы ее... О! Эх, жаль. Жаль. Ладно, ну пока так. Осматриваемся, да? Чтобы, ну, однотипного тоже геймплея не было.
Правильно. Так, ну я вроде понял, в каком направлении она. Ну, сзади. Она у нас вот здесь. Акция! Иди домой. О, вот и девятый. Левел. Ехо! Я бы скилл по фасту изучил. Ага, ну то есть ты имеешь в виду испытания, да? А, не-не-не. А, задание. Вот это, да, Экспеллиармус ты имеешь в виду? Экспеллиармус. Потому что здесь не дают никаких наград, здесь тоже. Ну, типа. Нет, типа не дают. Блин, допов, кстати, уже прилично понабрал я. Угу. Ну, давай тоже, я соглашусь с тобой. Все-таки, наверное, полезная Экспеллиармус. Да. Кстати, игра уже запущена, ну, больше, чем, наверное, 2 часа. Ну, в принципе, нормально идет. Ага. Так, все, мы ее отслеживаем. Давай, карта. Это в Хогвартсе, да, у нас находится. Читальня. Ну, через библиотеку попробуем. Я, кстати, пешком не ходил, я не выходил даже из Хогвартса и в город не заходил. Похоже, придется использовать акцию, чтобы достать эти книги. Ты уж про это вспомнил? Акция! Ага. Есть. Осталось еще 4. Ага. А давай заберем, хули, пока тут. Можешь в лес пойти запретный. Но я думаю, мне там надают пиздюлей. Пока что. Без основных скиллов. Без всех основных скиллов, да? Правильно, ну чё? Мне кажется, ничего сложного нет. Тем более, доп-квест маленький. Где она тут? Это школа? Нет. Вот. Включаю дневник, летает по библиотеке. А, я уже 2 собрал, ёпта. Ну все. Окей. Чтобы прогресс видеть. Вот область нам дают. Я думаю, есть смысл подняться на повыше. Акция! Ривелио. Мы-то здесь и не были ни хрена. Вот она и... Старший библиотекарь. Один из первых библиотекарей Хогвартса. Ходит слухи, что он вообще не выносил шумных студентов и прославился постоянным использованием заклинания немоты при малейшем чихе. Серьезный молодой. О. Акция! Иди к папе, бля. Так, ага. Едем. Ривелио. Опа, сейф. А вот и этот, кстати. А вот и этот, кстати. Люмос. Ну, если увижу, я найду. Попробую его, это самое. А, ткьёпт, она напротив прям этого. На этом же уровне. Вот, иди сюда. Это не я.
Получается, первая вне квеста. Вот так, я бы сказал, бабочка наша, да? Мотылёк, кто это? Блядь, что-то я... А, вон он. И что это нам даст? Страничку даст. А они что-то еще дают? По идее, вроде как ТП, нет? Если не получится, но ты на десятке, короче, раздавал люлей. Понял. Нам осталось две книжки ее найти. Только хз где? Давай по верхнему еще побегаем. Такая же система подъема, по сути. Ну, спуска точно. Такая же система спуска, что и на этом. На Радмире, помнишь, в подъезде? Блазда по кругу жмешь. Оу, чат. Ривелио. Вот слева мы были, да? Так, ну тут понятно, уже вне области. Ага. Профессор Блэк, может быть, стоит наложить запрет на применение чар в библиотеке? Кто-то... О! Нас тут это спалили. Жалуется тетя. Кто-то уже не раз тайком пробирался в запретную секцию. Крессида Блум, похоже, считает читальный зал личным кабинетом для испытания новых заклинаний. Последствия этого зачастую бывают плачевны. В сравнении с этим проделки Пьюза кажутся сущей. Ну, логика в этом есть, как бы, да. Может, она где не летает, а реальность лежит? Что-то я вот хожу, блядь, и ни черта не могу найти. Ну, мы же не были где-то... Вот это что за дверь, да? О, так, это нам сюда не надо. Ну, это понял, подъем второй. Ривелио. Или вот эта желтая метка летает? Ходи. Да, блядь. Это здесь как начало квеста, Ривелио. Что ли, или что? Я, блядь, не вижу ни хрена. Простой квест там, блядь. Да. Это не так уж и прост. Ладно, давай еще раз поднимемся. Ну, отсюда, типа, начало задания. Или конец, типа. Ривелио. По той стороне я не бегал, нет? Просто в пол смотришь. Куле. Я не вижу. Куда нас смотреть-то? Уж тут где? В уголку. Не, ну это уже за областью. Ривелио! Видел? Вот она, сучка. Где-то летает. Улетела нахуй от меня, скотина.
Но она же снизу была, правильно? Вот она. Акцо! Иди сюда. Наверное, это дневник Крисиды. На ее месте мне бы хотелось его вернуть. Вообще дневники не надо читать. Берет игра, открывает. Сегодня был хороший день, пока Гаррет не опрокинул свое дурацкое зелье в златоглазок, которых я долго настаивал. Пришлось вылить весь котел и начать заново. Он просто невыносим. Думает, что ему нет равных в зельеварении и постоянно срывает уроки профессора Шарпа своими экспериментами. Одно могу сказать точно, если бы Гаррет был племянником профессора Уизли, его бы уже исключили из школы. Сегодня на ужин снова копченая рыба, она даже начинает. Мне нравится, хотя мясной пирог все равно вкуснее. Да, и в чем смысл Ривелио этого дневника, да? Нахрен нужен. По углам, наверное, заныкали странички. Они-то как будто даже не всегда летают. О, вижу. Спасибо за этому магическому реально заклинанию. Тут надо прям сидеть, всматриваться. Так, Ривелио. Я потерял направление. Потерял направление. Вроде здесь. В этом углу. Вот она, да. Акцо! Ать, сучка. Ривелио! Иди. Акцо! Ать, ну все. Это последняя книга. Пора отнести их к Крисиде. Давай. Только дай, блять, выйти отсюда. Мотылёк? Или кто это? У него есть имя, кстати, у этой штучки? Путеводитель, блядь. Близко. Квест? Ну, вообще квест изи, да. Просто я думал, как-то их будет как-то лучше видно, что ли. Тебе я не думал. Удалось найти мой дневник и остальные книги? Не удалось. А это что с ним делать? Люмос. Инсендия. О! Иван догадливый. Привет, Крисида. Плюс Танечка. Я забрал твои книги и дневник заодно. О, какое облегчение. Спасибо. С радостью заберу у тебя эту тяжелую ношу. Да бери. Вот, возьми. Что ж, я усвоила урок. В ближайшее время я однозначно не стану использовать чары в библиотеке. А теперь надо разобраться, где я ошиблась. Надо бы для начала освежить познание в латыни. Хорошо, что она нам тоже доверять. Поможет потом. Было бы ужасно, если бы кто-то прочел мой дневник. А там нет ни пизды. А что меня туда ведет? А, это же моя метка. А, то есть у нас уже три карты. Чё, по травологии пойдем? А, не-не-не, точно, блядь. Задание. Я просто хочу убрать метку. Нет, во. Да, угу. А где оно? Где оно на карте? Что-то его так плохо видно. Он уже явно тут. Где-то. То где, блядь? А, во. Где-не. Вообще раньше была кнопка, типа... Я ищу, куда идти.
Почему мне карты не показывают это, когда я в карте? Я хочу убрать вот эту тоже метку, блядь. У меня две метки, я как долбоёб, нахуй. Как мне его, блядь? Я хочу вот это задание. Вот это. А, ну вот, отслеживать задание. У, блядь. Я понял. ПКМ тоже здесь работает. Ну, это как-то за пара. Почему в Хогвартсе нельзя поставить метку и тут же ее убрать? Типа, я должен вот так он делать? Ну, как-то мне... Глупость какая-то. Так, ну, типа, я отслеживаю то задание. И не дай бог оно, блядь, меня будет вести не туда. Энд? Куда? На той карте у меня две. Так, здесь живут, здесь не живут. Ну, нам не нужен трава луги. Карты мира, блядь. Тоже, это тоже не то. Но я-то его отслеживаю. Чё за ебанина? Тебе не кажется это странным, Коля? Оно... Я убрал метку. Чё? Убрал метку. А, надо прочитать, наверное, задание, да? Профессор Гекат просит практиковаться, использовать кувырок для уклонения. Она также хочет, чтобы мне удалось поразить несколько врагов с помощью инсендиума. Мое руководство не может показывать путь для выполнения этой задачи, но сама карта все может оказаться довольно полезной. С помощью инсендио. А, инсендио у нас... Это что? Это... А, это огонек, да? Да. Все, я вас понял, принял. Значит, мы берем... Идем в город. Я знаю местечко одно, я видел, пока бегал. Идем на мой любимый огонек. Я там видел кое-кого. Но это, правда, ночью было. Ну, здравствуй, Хогсмит. Хотя можно сразу гнать, например, в ту деревню. Там, я знаю, враги будут потом в последующем. Я, кстати, угорал с ними. Левиоса! О! И он падает потом, и потом встает на ноги. Я их видел где-то. Я предлагаю в деревушку. А там мы уже и сделаем, в принципе. Ладно, давай пока будем идти. Уже смеркается, кстати. Тыковки тут у нас. Ривелио. Я гуляю. Да. О, господи. Так что ли? О, он дикий животный, наверное, значок. Это что за херня, блядь? Пушишка! Подожди. А, и написано, кто мальчик, кто девочка. Прикол. Сверху. Что это значит? А, логово пушишки. Гениально, да. Мне кажется, я здесь врагов не найду. Может, в деревню реально направиться? Давай еще побегаем, посмотрим, что здесь вообще. Что да как. Ривелио. Ну, свит какой, да, открывается, посмотри. Ё-моё. О, грибы. Ух, ебать, куда ты гонишь так? Акция. А их ручную, да, вот эти шляпки собирать? Как я понимаю. Интересно, кто тут жил? Кто тут жил? Ривелио.
О, он уже тут не живет. Я уже тут живу, бля. Не знаю, нахуй я их собираю вообще. Они нужны, Коль? Вот тут жил, он больше тут нахуй не живет. А ну-ка. Инцендия! Ну нахуй. Эти. Плащ темных искусств. Интересно. Ну вот классно, когда ты реально можешь бегать, блять, где хочешь. Обновление. Его можно прокачивать, типа, да, легендарные шмотки или чего получается? Давай вот с этим побегаем. А по что-то мне немножко поднадоел. Зелье. Ну, я понял, зелье. Ну, зелье-то, наверное, как... Я, наверное, спрашивал больше про какое Ревелио. Зелье. Кто тут жил, тут больше не жил. Под водой, что ли? Или что? А, не, рядом с водой. Хилки бы, да, научиться делать? Или я их уже не умею делать? Ну, это вряд ли. Потому что я ни котелка, ни хера. Потому что как раз next, наверное. Да? А если тебе вот так... Вот так кастану? Люмос! Поехали. О. Во, вот это нам надо, не? Для хилочки. Или не? Или для невидимости? О, я уже не помню. Мне почему-то открыт вот этот огонек. Я куда-то бегу, мне похуй. Чё за... О, вот они, красные в эти метки. Все, сейчас мы... Уклоняйтесь от атак, используя когда курок. Когда шансы разлетятся, как фестралы, знайте... Это ваша вина. Когда мы... Протего! Инсендио! Леви... Лучше беги. Так, давай нам надо набить десятку, а то я сейчас всех переебу, бля. И как бы не очень весело. Все равно от судьбы не уйдешь. Ничтожество! Инсендио! Ах ты ж, сука, бля. Левиос! Инсендио! Слишком грубо. Нихуя. Скучно! Как же тут скучно! Руквудовцы так просто не сдаются! Да сука, КД, ёбаная, бля! Левиос! Инсендио! Я боюсь высоты! Оно очень близко работает. Так, ну все, инсендио! Акция! Инсендио! Конфринго! Добиваем. А, он догорел. Инсендио! Левиос! Лучший практик! Инсендио! Ай-яй-яй, блять, лоу HP, нахуй! Левиос! Инсендио! Это должно меня впечатлить! Левиос! Это ничего! Инсендио! На тоненького, епт. Инсендио! Это моя любимая одежда! Живи, живи, родной! Нам надо это самое. Вроде меня попал. Одним браконьером меньше. Одним? Сейчас тебя чуть меньше не стало. Бля, ну долбит нормально. Акция плюс инцендия. А, ну да, он же притягивает к себе. Да-да-да, Коль, все правильно. Я давай просто... Не будем затягивать. Давай. Давай, давай. Я тебе сейчас ебальник начищу. Нахуй. Не знаю, я все полутал. Сейчас я револьверу использую. Ревелио. Вроде да. Хуя у них не было. Люмос.
А где мои хилки? Я всех въебал на этих, боях дебильных. Да куда ты прешь, слышь? Ё-моё. Акцо! Инсендио! Да, хорош комбо. Ривелио! Вот они ваши сокровища, бля. Костюм из этот изумрудного цвета, легендарочка. Опа! Кайфарик, я бы сказал. 10-й левел. У нас 9-й. И дает очень хорошо. Очень. Ну, по сравнению с тем, что у нас имеется, правильно? Это все лажа. Луки, можешь Хокс мне купить. А давай купим. Ёб твою мать. Давай купим. А, так, ну давай попробуй сам разобраться, найти, да? Где же их купить? Магазин одежды нам не подходит. Зелье вот здесь. Ну, да, мой любимый. Самый крутой огонек, реально, что есть. Тут прям, блядь, у тебя и выход города, по сути, и сразу ты можешь. Если на свете местечко уютнее Хоксмида. И продать. И это что, вот они. Здравствуйте. Салам. Вас интересуют зелья? Не. А здесь не показаны, которые на мне? Еще раз давай. Мой какого левела? А, они добавляют разные приколы. Может, еще увидимся? Подожди, мне же стало интересно. Этот дает нападение 18. Этот нападет... Да, мы его можем спокойно продавать. Хорошо. А это дает что? Защиту. Нападение дает перчатки. Хорошо. Сейчас. Чем я могу вам помочь? А, которых, ага, могу продавать. Да, ну вот это нельзя продавать, это у нас пум-пум. Очень хорошо. На будущее. Никогда не помешает пополнить запасы. Согласен. Может, еще увидимся. До свидания. Да, есть смысл. Есть смысл их покупать. А, вот тут встает выбор, да? Что, какой квест сделать? И нам по сове пришел квест крутой. И травология. Требуем уровень 3. А, точно. Погнали, получим. А где он? Меня кинуло сюда. А, ну вот. Тоже верно. Мне кажется, надо травологию. Я всегда говорила, что путешествия расширяют сознание. А сколько стрим вообще идет? А, 2.25 всего. Вообще панты.
Вы можете ускорить время, нажав карту и нажав F. Вот. Игра еще меня просто не допер... не до этого. А, она еще не пришла, типа. Или что? Ну, ночь, хули, да, все спят, логично. Нихера. Так резко. Интересно, что сложнее, в реале кастовать? Заклинание, да? Бля, может, я не тот квест начал? Да не, вроде тот. Мы же с ней инцидию проходили. В реале? Потому что ты знаешь, как палочку поставить, там еще что, как там это работает. А тут те кнопки нажимать, блядь, узаем нахуй. Надеюсь, вы справились со всеми моими поручениями. Да, чню, бельмян, хуйвэм. Все новые задачи тоже сделаны. Прекрасно. Значит, вы готовы к изучению Экспеллиармуса. Сосредоточьтесь. Обезоруживающего заклинания порой достаточно, чтобы справиться даже с сильнейшими темными волшебниками. Для заклинаний нужна сосредоточенность и твердая рука. Сука, бля. Стартуем. Тоже зелье, скилл урона. Хорошо. Манекен к вашим услугам, если захотите еще практики. Значит, и новые заклинания. А нет еще, да, этих? А, заебешься, Кира. Как же ты выглядишь? Экспеллиармус! У вас неплохо получается, но не забрасывайте тренировки. Однажды Экспеллиармус может спасти вам жизнь. Экспеллиармус убивает палочки и другое оружие из рук врагов. Различные типы врагов реагируют на это по-разному. Упражняетесь, я вижу. Акцо! Экспеллиармус! Тоже неплохая комба. 2-4 и 2-3. То есть, если 3 занято, 4 можем. Или наоборот, да? Что с тобой, брат? Левиоса! Акцо! Инсентио! Экспеллиармус! Просто спам, бля. Просто все нахуй, говорит, иди в пизду. А, ну и чего? Наверное, травология. Я думаю, стоит. Я думаю, стоит, чтобы не отставать по ресам вот эти все дела, чтобы все было четко, чтобы как раз вот это нам, как с этим, с мотыльком, как с зеркалом. То есть, мне кажется, ну, тем более, третий левел у нас уже какой. Так. Вот это, конечно, очень крутая вообще ветка. Ну, идти далеко, кстати. Но у нас тут нету ни хрена. Давай с центрального зала. Пойдем. А это единственная хилка в игре или есть побольше? В плане как зелье. Интересно, есть скилл, который хилит тебя? Ну, то есть он занимает какое-то время, понятно. Там в бою ты его не сможешь, по сути, использовать. Ревелио! О, щет, нихуя, первый раз тут. Тебе нормально, дядь?
Прикольно. Ривелио. Какие-то там... А, я тебя понял. Это, наверное, те дела. Вы и представить себе не можете, как неудобно было путешествовать, пока я не изобрела летучий порох. Да ты уже говорила. Если что. А еще прогульнемся. Пока здесь, да? В воде. Че делаешь? Ёб твою мать. Сука, ну в бездну, бля, сейчас упадет. Блин, симпатичное место. Ривелио. Мы пока квест не начинаем, мы лутаем локу. И осматриваемся вокруг, да? О, третий этаж. А ну. Ривелио. Снизу не собрануть, но... Ну, грядки, короче, на разных этажах. А вот в этом крыле мы не были. Все под замком. Может, я быстро двигаю камерой, но... Даже сейчас этот сделаю меньше. Бля, посмотри. Цветочки, кактус, да, еб твою мать, цветет. Так, ладно, давай на базу. Место. Я же могу вообще ходить. Дерево розовое вообще, да? Кажется... Хотя там Ривелли, наверное, юзал уже. Да, он так подходишь, не видно его, по сути. А так хуяк, блядь. Какая приятная встреча, хорош. Мой юный друг. Так, ну давай. А вот здесь им тоже не было. Ривелио! Чеснок, ёб. Скилла такого нет, но есть талант там. Кстати, а у нас это открытая вещь, таланты, вот это, не? Как мило с вашей стороны вспомнить, что я люблю клубнику. Неудивительно, что Магла обожает эти душистые ягоды. Что бы вы ни выращивали, все получается отменного качества. От гречавки до ягод. Очень надеюсь, что под вашим руководством моя племянница тоже освоит этот навык. Ленора у вас души не чает, уверена, как и все прочие ученики. Какая она? Профессионал-учитель, бля. Ну и добрый, наверное, да? Ну, сейчас посмотрим. Доброе утро, профессор Чеснок. Ленора, дорогая, я очень рада тебя видеть. Вот она и Ленора, вот, да. Это вот пригодится сегодня на занятии. А, вот она же. Она меня просила с... Подарок дневник, для твоей, да? Тетушки. Дневник или... Да. Пиздючка просила какие-то камни найти. Класс, поприветствуйте новую розу в нашем саду. Yeah. Ну, теперь будем расти вместе. Я очень рада, что мы снова собрались жестко здесь. В этом году вас ждут волшебство и радость. Но самое главное, что мы будем выращивать на травологии, это знания. И вид у меня, видишь, даже сильно не выделяюсь. Тот, кто знает травологию, боится ядовитой тентакулы не больше, чем прыгучей луковицы. Наверное, итак, да. Приступим. Сегодня мы познакомимся с громкоголосым клубнем, известным как корень мандрагоры. Знаем такую. Акцию. Давайте поможем нашим узловатым подопечным перебраться в горшки поудобнее. Но сперва защитим уши. На, пересадка. А теперь каждый возьмите свою мандрагору за листья. Я сейчас не представляю, что будет.
Резко. Почему резко, блядь? А как там стекла не повылетали, дах? А. Скорее! Суньте своих мандрагор в горшки и присыпьте землей! Пиздец. Как там по звуку, кстати? Не тихо? Игрушка. Земля должна укрыть корень, как теплое одеяло. И мандрагора тут же успокоится. Мы долго это делаем. Репара. Гениально. Делай, что хочешь. Очень жаль. Хуяк починил. Видимо, вам досталась почти взрослая мандрагора. Ну все, пора прощаться. Вы все отлично поработали. Итак, теперь мы будем сажать бадьян. Я бы погромче сделал игрушку. Что ж, можете приступать. А я пока перемолвлюсь словечком с нашим новичком. Давай. Ну, чтобы прям вообще полностью. Интересно, любят ли гиппогрифы спорыш? Да. Да, профессор. Хочу похвалить ваши навыки работы с мандрагорой. Нюансы ухода за ними порой сложно ухватить. Мне понравилось. Мне даже понравилось. Ваша любовь к предмету очень заразительна. Мне приятно это слышать. Вы впитываете знания по травологии, как мандрагора под кормку. А теперь, как я уже говорила, будем сажать бадьян. Сперва найдем вам семена. У меня уже есть семена, купленные в Хоксмиде. Вы посетили волшебную брюкву? Чудесно! Подготовка почвы для знаний – это очень важно. Я организовала вам отдельный стол для горшков. Хотя после начала учебного года сделать это было непросто. Посадите семена, а потом вернетесь и соберете урожай. Почва, свет и волшебство – это прекрасно. Но растениям нужно еще и время. Сколько ж они растут? Чуть за мотылек. Чем бы дополнить этот букет с васильком? Розами или мечтой Нюхлера? Посадите семена бадьяна. Восстановительные свойства бадьяна делают его незаменимым при изготовлении рябинового отвара. Думаю, профессор Шарп уже говорил вам об этом. Чё? Листья – это лекарственное растение, применяется при... Во-во-во-во! Это нам надо. Сажаем олын, ёпт. А то пизделей нам дают нормальных. 10 минут. Будет готово. Таймер поставил, и все. Отличная работа. Ваш бадьян будет готов для приготовления рябинового отвара, как только подрастет. Я попрошу профессора Шарпа сообщить вам. А пока давайте с вами отвлечемся на другого представителя нашей флоры. Китайскую жующую капусту. Некоторые растения принесут больше пользы вне котла, нежели в котле. Капуста должна постоянно что-то жевать, иначе она становится раздражительной. К счастью, у меня есть специальный манекен. Будьте добры. Я тоже, если капусту долго не ем, я раздражительной становлюсь. Она в другой теплице, по ту сторону пешеходного мостика из этой комнаты. Ваш одноклассник, мистер Пруэт, любезно предложил показать вам дорогу. Не гром какой? Когда закончите, подойдите ко мне и берегите пальцы. Она кусается. Ну, чтобы я был чуть-чуть громче, типа. Ну, оно, наверное, так и есть. Привет. Недавно видел тебя по пути в Хоксмит. Я Леандр. Приятно познакомиться. Давай покажу китайскую жующую капусту. Нужно подняться по лестнице. Я за тобой. Ты отлично поработал на уроке защиты от темных искусств. О чем это ты? Не-не-не. Я про твою дуэль с Себастином. Он неплохой боец. Но слишком много о себе мнит. Тебе удалось разбить его в пух и прах. Супер. Супер. А-а-а. Ну что ж, спасибо. Я и сам готов был Вот тут и растет китайская жующая капуста. Блять, скипнул. Опа. Смелей, возьми парочку кочанов. Видишь тот манекен? Просто бросай капусту в него. Она сама знает, что делать дальше. Такой манекен, по-моему...
Чего, блять? Удерживайте тап, используйте, чтобы открыть круговое меню инструментов и назначить китайскую жующую капусту. О, да, видишь, не зря. Это получается, я могу. Можно разблокировать, если приобрести семена Мандрагору в магазине Тимофила и Поганки. А, тут сразу написано, видишь? Зелье Максима. Ну, наверное, Максима. Нужный рецепт. Вот. Ну, вот здесь написано, например. А, не-не-не. Все, ладно. Не урчи. Так, есть. Тап, и так. Так, затем нажмите Tab, чтобы использовать назначенные вами инструменты ведения боя. Это не я. А, отпустите Tab, чтобы использовать. А, и табом, наверное, кидать. О! Глянь, они лопают все, до чего могут дотянуться. Мама посадила несколько штук в саду, чтобы избавиться от гномов. Помогло. Вот только нарциссов гуделок тоже не стало. Мелкие, опасные, да? Пиздец, я бы сказал. Они и в бою могут поддержать, в отличие от бубантюберов или прыгучих луковиц. Не в смысле, что ты не справишься. Просто представь, если бы это было... Они, наверное, и меня могут атаковать, не? Наверное, они не только в теплице могут быть полезны. Порой любая поддержка пригодится, даже если от капусты. Когда такое творится... Типа тролли в Хоксмиде. Мне бы такую не капусту. Не стоит пренебрегать любыми средствами, даже крестоцветными. Их можно купить в Тимофилах и Поганках. Там много растений. И даже таких, какие в саду не сажают. Ну, ты понимаешь. В общем, нам пора обратно в класс. Не тороплю. Могут. Увидимся на занятиях. Ничего, наверное, уже нельзя поставить, да? Ну, ладно. 0 из 3, 7. 7 штук, я понял. 0 из 3, это типа... А, я могу сразу 3 призвать, да, как я понимаю? Это еще раз говорит... Бадьян мой вырос. Не стоит забывать надевать перчатки из драконьей кожи. На этой важной ноте, пожалуй, закончим. Мне вас жаль, мистер Клоптон. Кто такой? Ривелио! Я закончил с китайской жующей капустой, профессор. Занятное растение, правда? Надеюсь, вам ничего не досталось. Ну, укусов, во всяком случае, я на вас не вижу. И пальцы все на месте. Ну и славно. Ведь у вас, похоже, легкая рука. Мне ужасно любопытно, что же из вас вырастет. Я тоже, от растений много пользы. Мне нравится их изучать. Славно, потому что работы не початый край. Заботьтесь о своих растениях, и они отплатят вам тем же. А как посадить? Ну, на сегодня это все. Заходите как-нибудь поболтаем. Мне ужасно нравится общаться с новичками. Занятие по травологии задание завершено. О, десяточка. А то, что я слуха лишился, это так, пустяки. Там с 10-го или с 11-го? И то. С 10-го. Пам-пам-пам. Пока только один горшок, также собирать чтобы в теплице может что. Гениально. Ривелио! Суки не дают пройти, блин.
18 тысяч битрейта, Коль, может это? Бахнуть с ракет, а? Не помню. Сливы тепли... Сливы цепелины. Цепелины. Сепелины. Эти похожие на редиску оранжевого цвета фрукты парят вверх ногами, когда вырастают. Некоторые считают, что они могут обострять восприимчивость человека ко всему необычному. Ривелио! Понял. Скимер... Ну да, это было бы типа... Такое... А давай попробуем, Коль. Пока, как раз пока. Бадьян, блядь, не вырос. Ух, ё, твою мать. Сейчас пока я это все сделаю, ну и бадьян вырастет. Не, ну а чё? Сейчас это дело-то несложное. Там да-да, нет-нет, если чё, обратно верну. Чтоб картинка была вообще улет. Сорок тысяч. Поехали. Две минутки бадьяна. А это что за дверь? Ривелио. А я здесь был? Ну, наверное, да, если здесь ничего нет. О, сундук. Вот тена. Понял. Еще из этих всех дел, наверное, полезно взламывать, уметь замки, да? Это в будущем, мне кажется, у нас получится. Ты, блядь. Заперто, блядь. Это не падать. Все, да, слышно, видно, все четко, добренько. Вот она, страничка. Дерево в теплице. Да, ну красиво. Это гигантское дерево стоит в центре теплицы Хогвартс. Его система корней столь же глубока и запутана, как и подземелье самой школы. 10-й левел. Ну, там видно, кстати, чуть-чуть. В плане прогресса у нас идет. Вот оно, наше мега-растение. Получается, слева, да, получается? Угу. Как зашел и слева. Ну, я тут везде бегал. Так ведь. Ривелио. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Ну чё уж, дождемся, правильно? Чё он там остался? Фигня, бля. Красный. Я потому что ревелью, да, использовал. Там уж, наверное, уж конец. Секунд 30. 20. Потом это когда потом? Собрать. И посадил, да, сразу. 5 штучек хуяк. Тучка. Прикольно.
Лучка. Ну и все. Ага. Отправляетесь на поиски новых приключений? Ну, типа. А, так, давай зайдем в... Так, не-не-не. Дай назад. О. Свиная почта. Че ты? Настало время показать. Финальный раунд скрещенных палочек пройдет там же, где обычно. А если тебе нужны тренировки, манекен в твоем распоряжении. Понял тебя. И вот от нее письмо. Да, пока у нас прогресс еще не особо. Бой. А, вон оно чего. Сейчас я... 2:51:40, да, стремлится? Это уроки у нас. Давай на палочке сходим, а деревню оставим на следующий стрим. Сейчас мы потренируемся как раз. Как вам мысли? Далеко там? Далековато. Ой-ой-ой. Далековато. А смогу ли я добраться сам? Ривелио! Прикольчики, может, найду какие пока. Ух, не лагай. Он вниз меня ведет. Сюда говорит. Другой крыло, по сути, бежим. Не всегда же лепаться, правильно? Ривелио! Тут мы были. Не знаю, есть смысл? Блять. Я капусту проебал. Тап нажал. Люмос. А, ну это то самое блядское. Не-не-не, все. Ну вот и все. Ну, кстати, не так долго. С навигатором-то вообще. Ривелио! О. Инцендио! Ну, те приколы. Еще одна. Фокус вроде написано. А, у меня желтый фильтр включился. Сек. 12 ночи. Угу. Что за кнопка? Левиоса! Акция! Капусту уж хуйнуть. Манекен, потом дуэли. Ну, это я понял уж. Не знаешь, Коль, что за кнопка? Че она светится? Ривелио! И она подсвечена, прям серьезно. Или я туда не смогу так?
скилл нужен, чтобы ее прожать. Понял. Не вот этот, да? Это не подойдет. Сейчас я достану. Ради Экспеллиармус! Эксперимента. А чё? Город, что ли? Ревелио! О? Инсендио! Левиоса! 15. Ревелио! Ну вот они, дурачки, блядь, собрались, сука. Да-да, я. Там Квинич. Инвентарь. А чего тут у нас? Нового. Ну, записки, понятно. И рисы. Что такое? Ну да, всякие рисы. Угу. Так, тут у нас все так же. Так же. Так же. Проверяем наши амунирование, блядь. Угу, угу. Испытания. Нам должны дать награду за пятнашечку. Вот, внешний шляпа какая-то. Внешний вид снаряжения. Прекрасно. 25 следующее. Их всего, наверное, полтинник. Но внешний вид, конечно, хорошо, но не очень. Ну, давай. Привет, Люкан. Я хочу потренироваться на манекене. Отличная идея. В этот раз будет посложнее. Приступим. Давай. Было бы неплохо. Прекрасно. Сейчас все устрою. Не забудь, нужно применить все комбинации заклинаний, пока манекен не упал. Пока он не Если упал? Захочешь прерывать тренировку, то сразу же скажи мне. Понял тебя, понял. Акцио! Инсендио! Левиоса! Прекрасно выходит! Не сдавайся! Переморщил. Левиоса! Акцио! Экспеллиармус! Я как будто специально подходим жму. Не, я не такой олень. Когда там? Левиоса! Акцио! Инсендио! Неплохо! Акцио! Инсендио! Левиоса! Акцио! Инсендио! У тебя получится! Помедленнее, что ли? Чел, ну ты вообще хуй! Акцио! Инсендио! Левиоса! Акцио! Чего? Давай еще раз. Акцио. Левиоса. Сука, гандон. Акцио. Инсендио. Левиоса. Акцио. Инсендио. Впечатляет. Не хотел бы я выйти против тебя на дуэли.
тренировочным манекеном любой бы справился. Да, но победить его удается не всем. Уж поверь, я знаю. Серьезно, ты молодец. Манекены теперь долго не рискнут с тобой связываться. Да и в скрещенных палочках на тебя теперь будут смотреть, как на серьезного соперника. Ёбана вот. Привет, Люкан. К финальному раунду уже все готово? Сегодня что-то там нам дали. Вот и настал решающий момент. Сейчас вот мы он, узнаем, вот он. Тебе подготовки и самоотдачи, чтобы победить. Попробуешь войти в историю? Давай, давай. Да, непременно. Изи Бриджи, поехали. Дуэль будет с партнером? Давай себе с пазанчиком. Да, Себастьяном. Тогда начнем. Где ФПС мой? И... Эта игра будет по-настоящему победной. 12? Вот несерьезно. Это по-нашему. Не, ну если у меня так столько ФПС будет, это самое, я въебу все. Пробивайте красные щиты, используя заклинания с высоким уроном. Такие, как поджигающие инсендио. Привязка к цели, понял. Продолжить, продолжить. Ёб твою мать. Инсендио. А? Ах ты сучка, бля. ФПС мало. Без пизды? Несерьезно. Давай, покажи себя. А, уже? Не... А, нормально. Где же мой ФПСик? Да уж. Этот раунд для тебя был на редкость неудачным. Попробуй да, да. Снова. Конечно. Да, я уже готов. Хорошо. Удачи тебе. Будем надеяться, что у меня будет норм ФПС. Вот игра у нас веселая, ебать. Вот сейчас норм? А, не, не очень. Я серьезно, прям, блядь. Невозможно, невозможно. Похоже, придется это сделать, да? Ну. Где? Куда? Чё за хуйня? Кто меня пиздит, блядь? Ты чё, бля, охуел? Блядь, а чё? Мне уже лоу, мне уже, понимаешь? Ты можешь лучше! Вряд ли я ему какой-то урон. Что-то не застыли. Следи за палочкой! Следи за палочкой! Что-то хуй пойми, что творится. Чего они стоят? Мне это не интересно. Пропали мои денежки. А, ну типа. Где привязка, лол? Даже привязку включаешь, нихуя нема. Они меня не видят, как будто. Хуйня какая-то, блядь, Коль. Хорошо, что я не делал ставку в этом раунде. Что-то они забабились. Может, из-за графона то, что я менял? Ничего себе! Да ты же победитель турнира! Да и вообще, изи-изи. Это большая честь! Я счастлив, что у меня все получилось. Нашему чемпиону не чужда скромность. А теперь конечно. Пора тебе получить приз! Для меня большая честь вручить как тебе там, этот простой, скромность, что-то там, но изящный что-то там. Символ твоего непревзойденного мастерства в дуэльном деле. Угу. Давай. Благодарю. Это большая честь. Приз твой по праву. Твои дуэльные навыки. Не знаю, достойно. Что за приз. Говорит, о, ну ебать. Что ж, турнир окончен, победитель награжден. Пора и учебой, наконец, заняться. Пора, пора. Интересно, как там мои растения? Я совсем перестал ими заниматься. Да, интересно, где же твои растения? А, теперь нам игра подсказывает. Типа, слышь, ебать, загляни. 11-й левел, кстати. Попиздим? Тебя не победить, да? Не, никак. Давай попробуем, знаешь, чего? Вот так. 1-2. 1-2-3. 4.
Ну, типа, 1, 2, 3, ебать. Вот так, нахуй, можно, по сути, делать. Жестко убивать, нахуй. Просто даже без 4. Понял, да? Ну, все изи, я профессионал, так сказать. Ревелио! Вот, награда ждет победителя. А? Блять. Короче, у меня не будет ни капуст, ни хуя, блять. Все, у меня этого нет, поэтому я не смогу это юзать. Чё-то, может, ей не хватает? Я вообще хотел тен. Т-т-т. Ой, не то. Что она меня тоже видит, типа, хотя это вряд ли. Вот здесь какая-то шляпа. Во. Не, она как по КД типа работает. Проведите комбинацию из 10 попаданий, чтобы Ревелио создавать. Сгустки какие-то. Непонятно чего. Какая-то штука, блядь. Тоже, наверное, нельзя, да? А где манекен? А, все, все спать. Серьезно? Хоп, хоп, хоп. Так, ага, это все хорошо. АФК, понял? Это все хорошо, но мы... Это мы на следующий стрим. Это мы. Тоже на следующий стрим, наверное, сначала этот, потом деревеньку. Ну и да. Как будто бы на сегодня все. Такой стримчик. Тоже небольшой. Может, будет какие-то моменты, я там их чуть-чуть вырежу. Но не факт. Надо поспать. Надо поспать, да. Да, всего лишь 20 минут с нормальным битрейтом стримлю. Ну, попробую потом раньше как-нибудь, типа после 22 можно спокойно нормальный битрейт ставить. Ну, а мы что делаем? Мы заходим куда? Коллекции. Ну, у нас тут все в ажуре, мне кажется. Я тут говорю, что мы уже все. Заканчиваем деревеньку на завтра. И зельеварение тоже на завтра. Сначала зельеварение, потом деревенька. Хороший стримчик. Сохранить игру. Это перезапишем вручную на всякий случай, да? 6 часов это получается что такое? Время или время наигранное, не знаю. Не, на это вряд ли. Ох, чё. А 6 часов геймплея именно? Может быть. Время в игре. Угу. 6 часов. Ну, как будто бы побольше должно быть. Хотя... А, ну настройки ж не игра. Наверное, может, он считает именно, пока ты в мире бегаешь. Да, это вот как раз-таки это самое. Ну да, все. Все сохранил, и мы выходим из игры. Главное меню это... А, да. Такие дела. Следующий стрим, да, когда? Следующий стрим завтра, часов 7, может, 6, 6, 7, 8,
Типа того. И уже, наверное, будет часов 5. Да. Такая вторая серия. Это же мы много прошли, левел пару апнули, да? Ну, в Хогвартсе в основном задания делали. Первый раз я продал броню, да, вот это с бабочкой мы поняли прикол. Вот этот дневники пособирали. Что еще мы делали? А, ну вот это с палочкой вот эти... Два скилла, получается, открыли, да? Или... Ну да, два красных скилла. Погуляли вокруг города там, да, неподалеку. Такой обзорный, я бы сказал. Хороший. Ну а на этом все. Вторая часть. Такая. Ну а третья завтра, получается, уже сегодня, получается, даже, да? 12 числа, часов, ну, вечером. Ну, можно типа в 7. Можно типа пораньше. Наверное, в 7-8, вот так. Но это не точно. Это не точно. Все, всем спасибо, кто смотрел, кто смотрит в записи. Пока. А, и чуть не забыл. Коля у нас сидел весь стрим, подсказывал, помогал. Спасибо ему большое. Молодец. Спасибо. И еще был чел с ником Милая Мун. О, точно. Подписался даже. Все, всем пока.